Сегодня играли две классные команды, сегодня был футбол. Было на что посмотреть, приятно, потому что часто против нашей техничной команды соперник играет откровенно грубо, не давая показывать футбол. Сегодня, да, жесткая игра была, но сегодня был футбол. Поздравляю с такой игрой, поздравляю всех болельщиков с такой командой. Уверен, в следующих матчах мы продемонстрируем и красивый футбол, и очки возьмем.